Mazda 6, меняем ступичный подшипник, уже начали процесс, открутили болты крепления тормозного диска, гайку крепления шруза, будем разбирать потихоньку дальше, открутили суппорт, два болта здесь крепят суппорт, суппорт сняли в сборе, сейчас мы его подвесим, чтобы он не висел так, и разбираем дальше. Сбиваем тормозной диск. Все, у нас останется открутить АБС, сбить рулевой наконечник, сбить верхнюю шаровую опору. И здесь нижняя шаровая опора прикручивается двумя гайками. Можно будет открутить. И снимаем полностью поворотный кулак в сборе. Несем на пресс. Ну, я не пойму, оно там не вкручено. А, не вроде. Хотя, видишь, здесь этот. Ну да, выкручу очки. 6 грамм. А, не, оно там подходит. Хорошо. Все, шаровую мы открутили. Наконечник сейчас собьем. Верхнюю шаровую тоже сбиваем. Пока еще не откручивали до конца гайку, чтобы рычаг у нас не выскочил и поворотный кулак не упал. Шаровую мы сбили, но столкнулись с банальной проблемой. Это закисший шрус. Сейчас попробуем его расшевелить, выбить. Бывали такие случаи, что со шрузом проблемы. Даже пресс его не берет, закисает очень сильно. Но будем надеяться, что у нас все получится. Откручиваем сам датчик АБС, чтобы не повредить. Попробуем его вытянуть. Датчик АБС мы открутили, но он у нас тоже закис, поэтому придется снимать его полностью с разъема. Здесь откручиваем крепежный болт, и дальше идет у нас провода под покрылок. А здесь находится разъем. Вот уже и разъем. Здесь рассоединяем и снимаем вместе с датчиком АБС. Смотрим на состояние шаровой опоры. Сразу проверяем, мало ли вдруг что-то еще вылезет. На нас не телепается, не стучит. Разбираем дальше. Шрус под закис, сейчас зальем его ВД-шкой, немного подождем, накрутим гайку, будем пытаться выбить. Немножко процесс усложняется. Нам несказанно повезло, после пары ударов шрус пошел. Двигаемся дальше. Отсоединили мы разъем, здесь вот язычок, нужно надавливать сюда его, он поднимается вверх, и можно рассоединить разъем. Все, снимаем поворотный кулак и на пресс. Первое, что нам нужно будет, это выдавить ступицу и после уже выдавливать подшипник. Смотрим, давим, задавливаем аккуратно, потому что датчик АБС у нас не вытянулся, поэтому надо уберечь его от повреждений. Ставим на ставку и выдавливаем.
ступица у нас, как зачастую, выбросилась с внутренней обоймой. Ее еще нужно будет сбить отсюда. Можно сделать аккуратно надрез болгаркой и после сбивать. Можно просто зубильцем аккуратно потихоньку сбивать, чтобы освободить посадочное место для нового подшипника. Подшипничек у нас гудел. Видно уже, толком нету и смазки. Подшипники рыжие. С этой стороны, откуда вышла ступица, есть у нас стопорное колечко. Его нужно будет снять. И в эту же сторону выдавливается сам подшипник. Опять же, с этой стороны новый будем задавливать. То есть, откуда стопорное колечко стоит, оттуда все и происходит. Вот у нас новый подшипник. Упакованный, гаечка стоит. Защита транспортировочная для кольца АБС. Не забываем кольцом АБС запрессовывать подшипник именно к датчику, чтобы не перепутать. Есть специальные магнитные ленты, но зачастую, чтобы увидеть, проверить ленту АБС, она вот коричневого цвета. То есть с этой стороны просто металл. Сейчас разверну. Будет виднее. Вот с этой стороны просто металл, а с этой стороны видно АБС-ка. Все, и новое стопорное колечко. Обращайте внимание на толщину стопорных колец. Разные бывают производители подшипников. И бывает такое, что стопорное кольцо толще не становится. Это у вас будет потом проблемы в процессе. Как видите, без пресса такую операцию будет тяжело выполнить. Подшипник сидит очень хорошо. Все, сейчас почистим посадочное место под подшипник, под стопорное колечко и запрессовываем новый подшипник. Вот у нас подшипничек, как я и говорил, АБС-ом запрессовываем вниз. К датчику. К датчику. Все мы уже почистили. Не спешите выбрасывать старый подшипник, он идеально подходит для наставки, чтобы запрессовать новый. Все, потихоньку поддавливаем, смотрим, чтобы он ушел ровно, не было у нас перекоса. Стопорное кольцо не забываем. Все, колечко на месте. Срезаем болгаркой, сделаем аккуратный надрез только для того, чтобы послабить обойму. После делаем надкол зубилом, и она уже сойдет буквально руками. Главное болгаркой не зацепить саму ступицу в посадочное место. Хороший подшипник.
ставим ступицу, на нее подшипник и на внутреннюю обойму наставляем наставочку, запрессовываем ступицу в подшипник. Так же само смотрим, чтобы ровно запрессовывалась у нас ступица. До упора.